Теперь посмотрите вокруг. На любой работе люди жалуются на стресс, не так ли? Если люди бедны, они страдают от бедности. Стоит сделать их богатыми, они будут страдать от высоких налогов. Нет образования — страдания. Отправьте их в школу — сплошное страдание. Неженаты страдают от этого, стоит им жениться. Не буду продолжать. Причина не в том, что в вашей жизни что-то не так, а в вашей неспособности управлять этим. Если вы знаете, как управлять этим, уделили вы хоть какое-то время тому, чтобы научиться управлять этим? Если бы ваш ум следовал вашим указаниям, вы бы создавали стресс или блаженство? Если бы ваш ум следовал вашим указаниям, вы бы создавали стресс или блаженство? Конечно, блаженство. Очевидно, что ваш ум вас не слушается. Ко мне часто приходят люди и говорят: «У меня ужасный начальник, я так больше не могу. У меня ужасная жена. Мой муж невыносим, моя теща совершенно невыносима». Я говорю им: «Приезжайте, можете остаться у меня. Муж, жена, начальник, теща, никто вас не потревожит. У вас будет крыша над головой, хорошая еда, делать ничего не нужно. От вас потребуется только быть радостными, вот и все. Иногда я буду приходить и проверять, как вы. И вы должны быть радостными. Если же вы будете страдать, зачем мне подпитывать страдания? Но если оставить их наедине с собой, уже через 24 часа они себя измучают». Если вы несчастны, находясь в одиночестве, то очевидно, что вы в плохой компании, не так ли? Вы испытываете стресс, потому что не знаете, как управлять своим умом. Никто никогда не уделял внимания тому, как управлять этим умом, как управлять этими эмоциями, как управлять этим телом, как управлять этими энергиями. Никто никогда не занимался этими вопросами. Вы оставляете управление такой сложной системой на волю случая. Так что стресс — это естественный результат такой неосознанной жизни. По-другому просто быть не может. Не думайте, что ваша работа вызывает стресс. Если вы не найдете работу, когда окончите колледж, это стресс. А если получите работу, это будет еще больший стресс. Если не найдете себе жену, это ужасный стресс. Но если женитесь... Тут я лучше промолчу. Если у вас нет детей, это стресс. Если дети есть, вы на себе волосы будете рвать из-за стресса. Так что... Вы испытываете стресс не из-за вашей работы или жизненной ситуации. Вы испытываете стресс из-за неспособности управлять собственной системой. Если вы не знаете, как управлять этой системой, это и есть стресс. Если бы это действовало так, как вы хотите, вы бы не испытывали стресс.